Еще совсем недавно, несколько лет назад, когда я только приезжал на закладку первого камня строительства этого дока, здесь практически ничего не было, кроме замечательной природы. Сегодня мы проводим первую прямую линию с участием Олега Николаевича Новичука, председателя правления группы «Казминерал». У нас ведется трансляция на 40 точках по всем регионам присутствия, и нас видят и слышат не менее 650 человек. Годовая мощность переработки 25 миллионов тонн руды. Это самый крупный проект за последние 60 лет на всем постсоветском пространстве.